Всем привет, ребята! И сегодня я вам покажу новые новинки в Инстаграм. Для этого мы переходим в Инстаграм. Вот, смотрите, какие у меня красивые сообщения. Сердечки, поздравления, пламя и подарок. Для того, чтобы отправить такое сообщение, нужно просто его написать. Нажать на лупу. Выбрать подарок, например, или же другие варианты. И отправить это сообщение. Для того, чтобы у вас это все действовало, вам нужно перейти в настройки, нажать аккаунт и нажать переключиться на личный профиль, если у вас профессиональный аккаунт или же бизнес-аккаунт. Действует только на личном аккаунте. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. И вот этот подарочек можно спокойно вот так открывать. Выбираем лупу и выбираем то, что вам нужно. Всем пока!